Всем привет, с вами Ангел Рок и Элизабет Смайл. И снова мы продолжаем наши крысиные бега в темноте. На этот раз хотя бы с камерой, пофиг, что разбитый. В административном блоке. Так, вот когда кто-то что-то где-то проходит, видела там, чувак ходил? Ну? Тоже так же было. Не, ну мне кажется, это просто глюки камеры. А мне не кажется. Бутырки махнут духом. Угу. Че, блин, повредили что ли совсем? Так, ну, по всей видимости, нам сюда. Какого хрена я опять перезарядил? Потому что она кончалась. О, сразу к входу. А, то есть где он был? Точно. Ладно. Нахуй. О. Это что было? Ты кто? Ты же хорош? Надеюсь. Ну вроде ножа нет, убита нету. Лишь один выход. Не, он нормальный. Он псих, но он нормальный псих. На разбитом. Я говорю, так реалистично сделали вообще. Понял. Знаешь, чё? Я ничего не знаю. Да, плевать. Ой. Чё-то у меня подвисло все. Ой, о, что, лаг жесткий. Административный блок. Тут всё не так плохо, как там. Капли такие интересные. Что, там кто-то дверь ломился? Уже нету. Идет сохранение. Короче, нас готовят уже. Угу. Можно выключить. А что, второй раз что ли повторяет? Он же ломился уже. А сейчас нам придется все, кажется, накатывать. По-любому. Вау! О, пипец. Обратно, блин. Да, пусти. Да ты чё? Дебил, кусок. Всё, пипец. А, ну ничего страшного. Бывает. Да. Короче, он только заходит, но... Чё? О, всё нормально. Пошли, давай. Он сейчас будет дверь ломиться, кажется. Разные. О, кстати, да. Открыть. И открыть. Бежим. Включай, где камера? Так, а зачем мы сюда пришли? А я не знаю, зачем мы пришли. А сюда зачем? Да, действительно. Зачем? Куда? Мы смотрим пока. Опять. Да ты чё, ё-моё? Опять та же самая канитель. Так, какая-то из дверей, какая-то из дверей. Опа, вот он. Ой, блин, да давай, 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 давай. Не успел, бе-бе-бе. Или успел? Куда? Ушёл. Куда нам? Идет сюда, красавчик. О, выход. Это то место, помнишь? Вот угу. Там он нас выкинули в начале. Угу. О, что-то вообще подвисло опять. Подвисает. Что-то на. Опа, идет сохранение. Опять.
Нахрена, но я здесь... Блин, я не касалась. О, папочка, бери. А это не та комната, где трупы тебе висели? Нет. Та соседняя была. А. Шла мне сюда. Вон там вон. Вон. Угу. Вот эта дверь получается. Ладно. Похеру, резко открывай. Вон, я должен сказать, выключу. Думаю, Бога в театре за все это. За светом. Это... где? Это комната отдыха, и там за прожектором. Вот комната отдыха. Или не нет, так? Нет, не та комната отдыха. Там много есть? Стульев, и, ну, типа прожектор, короче, это, экран. Они там смотрят фильмы и все такое. Проектор? Да. Ух ты ж, ёб твою мать. Она пугает это все вообще. О, я слышу, наверх. Я слышу. Думаешь, туда? Что, если сюда можно пройти? Так. То есть нам еще можно прятаться. Значит, кто-то что-то будет здесь. Больше некуда, только наверх. Закрыто. Ладно. Спрячемся, да? Что нам остается, да? А, если что, можно будет спрыгнуть туда сразу. Так. А сейчас куда? А, вон, да, все вижу. Не тупим, все нормально. Да еще скажешь, если что. Угу. Если в чё. Если в чё. Здорово. Чего нет-то? Он пошел тебя искать. Да? Точно? Не знаю. Но у него был такой взгляд. Мы ему, видать, помешали. Типа, я тебя найду. Чувак, извини. Собака. Я знаю, что нельзя музыкантов вот прерывать и все такое. Но мы же нечаянно. Во. Так. Угу. Сейчас тут что-нибудь кто-нибудь включит, и я обосрусь точно. Ага, и назад мы не сможем, да? Прискорбно. Опять сейчас будем носиться. Ладно. Вот здесь он сидел. Твою мать! Пусть фильм посмотрим для успокоения. Шкафчики есть. Положь трубку на место. О, темно. Бессмертный. Там лестница, наверное, была.
батареек-то вообще, или я их не вижу, просто не замечаю, или их нет. Ну, как всегда. Лампа с ума сходит. Видишь, да? Угу. Твою мать! И закрыл. Тут дверь открыл. Далеко мне? Дверь была открыта? Дверь не была открыта. Ну что, заходили? Так, теперь куда нам? В часовню. А мы ключ от чего нашли? От часовни. А где часовня? Не знаю. Где-то. Закрыто. Да выломай ты. Мало ли, чё. Я знаю, ты где-то здесь. Прячься. Блин. И? Руки ледяные просто вообще. Жутко. Где он ходит-то? Ну давай быстрее, я хочу уже пройти эту игру. Ай, ты короче. Я отбегу, хрен знает куда. Воу. Так, ну чё, ничего. О, мы прибежали туда же. Куда, куда, куда? Надо ключ либо от лифта. К лифту попробуй ключ, либо к этому. Нет, к лифту не получится, значит к... Нет, не видишь. Не вниз, сюда? Нет, наоборот, выше. О, чувак, братик. Выше нельзя, выше. А нет, может. Дверь. И на ключ. Я не буду это повторять. Я знала, что ты это скажешь. И решила промолчать. Он гад. Он закрыл дверь. Ты. Открой. Кухня. Хуйня.
морозилку залезь и умри там нахрен. Будь мужиком. Умри в морозилке. Конечно. О, это кто? Это не отец какого там? Мартин. Но нам плохо, наверное, сделать. Нет, это не Мартин. Без штанов. Всех. И он рядом такой в упор стоит, да? Я просто... и писать. Так, ладно, в другую сторону идем. Не дай бог нам к нему подойти надо. Это же столовая, да? Да. Доверие, это чувак. Так, тоже тупик. Блин, музыка убивает просто морально. Ну, тут явно нам не надо сюда, да? Значит, там в комнату он выходили сюда. А, нет. Хотя, может быть. Скорее всего, нам надо будет просто убежать. Блин, да что она нагнетает? Завывание. Все, переставим. О! Наш подопечный сделал какую-то запись. Где там запись у нас? Где? Я не вижу ничего. Мы играем в темноте, чтобы было. Я что-то... О, нажал. Так, нет документа, заметки. Так, опять одни помехи. Пациент склонился в молитве, может, купился на пропаганду отца Мартина, может слышать то же самое, что и я, только отчетливее. Может быть, это его собственный способ сбежать отсюда. Священник называл его Евангелием песка. Что за ложь? Знакомый почерк отец Мартин убил здесь кого-то. А, помнишь, где был он? Угу. Ясно. Так, надо, наверное, серию закончить, а потом уже дальше идти. Так, а, мы оттуда пришли. Все, ясно. А я думаю, в следующей серии зайдем, да, сюда? Угу. Так, всем пока, с вами Ангел, были Ангел Рок и Элизабет Смайл. Всем удачи!